dvhub.ru. Это позволяет вам представиться, сказать, что вы общественно-экологический инспектор, занимаетесь деятельностью по выявлению. Да, естественно, это удостоверение не дает вам никаких дополнительных прав. То есть вы не можете на основании этого удостоверения проводить задержание, проводить какие-то действия, связанные с арестом и орудий, да, то, что могут делать государственные инспекторы. Но это позволяет вам на официальных началах проводить разъяснительную работу и имеет определенный, все-таки статус, потому что общественно-экологический инспектор – это утвержденный Министерством природных ресурсов Российской Федерации статус, который позволяет вам выполнять, фактически свой гражданский долг на профессиональных началах. dvhub.ru.